Привет, друзья! Привет! Сегодня у нас три цвета перламутровый. Слайм челлендж! Для этого челленджа у нас есть вот такая бутылень прозрачного клея Elmer's. Это колонн клея, да? Да. Загуститель Tide. И да. Самое главное, что у нас есть, это вот такой набор перламутрового пигмента. Да. Здесь невероятно огромное количество пакетиков с разными цветами. Смотрите, что у нас здесь есть. Какая красота! Девчонки, у вас есть какие-то предпочтения, какие вы бы хотели вытянуть цвета? Я бы точно хотела вот эти. Соня все синяя, да? А Лиза красная, розовая и бирюзовый такой, да? Ну, посмотрим, что вы вытянете на самом деле. Давайте разыграем, кто будет первый выбирать цвета. Да! Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Соня первая. Лизочка, перемешивай. Так. Все. Все. Раз, два, три. Ты четыре. Что случается? Снимай маску и посмотри. Я как раз Соне под нос желтый подставила. А можно в конце разменяемся? Да, у вас будет возможность поменяться одним цветом. Сейчас Соня будет перемешивать. Не-не-не. Так, да, выбирай. Это, вот это и вот. Ого, это что-то, какая-то интрига. Вот это у меня будет цвет. У Лизы будет какой-то супер золотой. Соня выбрала. Лиза выбрала. У меня есть к вам одно предложение. По обоюдному желанию вы можете обменяться одним цветом. Лиза, если хочешь поменяться за мной, я тебе положу вот эту, а я вот эту. Опа. Странно Лиз ты сделала, ну ладно. Хотя да, нормально, и у Лизы, и у Сони получится. У меня цвет розы будет. Теперь у Сони вот такие цвета, у Лизы вот такие. Теперь наливаем клей. Сонечка, помоги Лизе, он тяжелый. Наливайте где-то по половине тарелочки. Пока вы будете наливать, я хочу вам сказать, что у вас есть возможность самим выбрать, сколько насыпать этого пигмента перламутрового. Если вам какой цвет больше нравится, вы больше можете насыпать. Если меньше, можете меньше. Понятно? Хорошо. Смотри, как здесь круто выглядит, когда сверху ты смотришь. Ага. Как он красиво льется. Как вода, только не вода. Стоп. Клей готов. Как вода выглядит. А теперь можете приниматься к творению. Сначала мы насыпаем пигмент, и уже потом только загуститель. О, я начну. Я себе розовое начну. Сколько ты будешь, много или мало? Многовато. Побольше розового, да? Да. Я хочу, чтобы как роза выглядела немного. Какая красота. Покажи теперь свои руки. И посмотри. Какая красота. Кстати, из этого перламутра делают косметику. Это специальный перламутр для косметики. Слушай, ну такое уже достаточно, да? Больше ничего не надо. Еще больше нужно добавить, хотя. Смотрите, мне кажется, что уже больше розового точно не надо. И так уже концентрация, глянь. Я даже не думала, что это настолько крутой пигмент. Ты зелененького, да? Угу. Зелененького. Ой, чего столько много? Теперь у тебя будет совсем зеленый. Ну ладно. Ничего, а будет зеленый, значит, у тебя. Расстроилась? Нет. Нормально? Все равно красиво очень. Я думаю, что это будет очень красиво. Посмотрите. Да. Он золотистый аж какой-то. О, ты правда золотистый. А у Лизы еще вот такое, гляньте, сочетание. Посмотрите, класс, да? А еще белый, он просто будет светлый. Да. Ой, какая прелесть. Ребята, посмотрите, какая красота. Это красота. Если вам нравится это, поставьте лайк. Вот это цвета это монетки. Видите? Доллара. Да, это точно долларовый цвет. Так, второй какой цвет будете добавлять? Соня красный, а Лиза, наверное, коричневый, да? То есть не коричневый, а золотистый. Да, золотистый такой. Смотри, какие у меня блестящие руки. Да я думаю, что у Лизы тоже. Это какой? Этот цвет очень красивый. Это розовый цвет. Дикая слива написано цвет. Да. Ну-ка. Ой, как он тоже золотистый какой-то. Ребята, какие красивые перламутровые эти пигменты у нас. Еще немножечко. Будет крепкий цвет. Да, вот так. Цвет розы.
Получается уже какой-то, правда, сливовый цвет или сливовый. Как роза выглядит немножечко. Да. Слива, слайм. Красота. Вот это дальше будет. Переходишь к золотому, дай прочитаю название. Марокканский песок. Как красиво. Золото настоящее будет у тебя. У Лизы золото. Настоящее да. Денег. Ля, летает, летает. У нее летает в воздухе. Золото. Не вдыхайте, не вдыхайте. Может, хватит? Да. Да. А то и так золота много. Это хайлайта. Как красиво. Это, этот бронзатор или как его? Точно. Это бронза. Я на щечку мне немного намазала. Ну-ка, давай-ка. А мне? Можно? Можно. Девки, заодно подкраситься. Так, ну-ка, посмотрите. Все блестящие. Смотрите на меня. Блестящие девчонки. Ну что, давай перемешивать. Давай. Мы должны увидеть это зрелище. Я думаю, что зеленый съест золотой, потому что да. Зеленого было много. Нет, но все равно красиво, да? Все равно будет деньги и слайм. Денежный слайм? Да. Долларовый? Ну-ка, давай побольше. О, Сань, смотри. Точно уже поставил лайк. Смотри, какая красота. Целый миллион лайков. То, что в магазинах глиттерный клей продается, это не то. Вот это красота. Да, это нужно вот эти делать слайми, а не глиттер слайми. Угу. Слишком красиво становится. Ну и по последнему добавляем пигменту. Да. Так, Соня какой-то темно-коричневый, у Лизы белый остался. Это шоколадный поцелуй называется. Ой, как красиво смотрится тоже. У вас хорошее сочетание получилось. И вот так. Так. Я, может быть, еще добавлю хотя бы. Давай. Ой, какой он красивый, шоколадный, да? Шоколад? Это как будто какую-то фруктовую начинку поливают шоколадом, да? Да. Давай. Еще немного. Получится у тебя красивый коричневый какой-то с розовым оттенком. Как будто бы коричневый, только не совсем. Опа-ра. Такой какой-то вишнево-шоколадное что-то получается. Да. Ой, как красиво. Класс. Коричневый, красивый. Какой-то десерт прям получился. Да, десертовый какой-то слизь. Так, досталась у нас еще Лизочка. Так, это называется Arctic Pearl. Это арктический жемчуг. Ты будешь много его сыпать или чуть-чуть совсем? Чуть-чуть побольше. Здесь деньги. Побольше или поменьше? Не так много, но... Я не думаю, что белый что-то здесь изменит. Здесь... Это будет то же самое, в принципе. О, да? Это для Пугачёва. Полетело. Глянь. Смотри, палец у Лизы, гляньте. Смотри на наши пальцы. Помрём. Это хайлайтер какой-то. Давай мы сейчас Лизе хайлайтер сразу сделаем. А мне можно? О, можно. Давай. Так. Мы, короче, заодно подкрасимся. Ну-ка. Ну как? Круто. Соня, на. Вон, покажи меня в камере. Соня, надо нос сильнее. О! Красиво, я ничего не думала. Побольше. Как снег перламутровый. Я побольше насыплю. Да. Как будто чуть-чуть желтенький становится он. Видишь? Угу. Он уже желтенький, как золото теперь. Значит, туда деньги мы добавили, потом золото добавили, а теперь вот эту жемчужину. Это для богачев с вами. Для богачей? Да. Чтобы мечтать о деньгах. Ну что, в принципе, все понятно, да? Клей какой. У кого какой клей. Приступаем к загустителю? Да! Девчонки, я вам налила по загустителю. Тайда, разбирайте. Как водичка выглядит тоже. Что получается? Получается металлический слайм. Какой перламутровый. Так, ты понимаешь хоть кондицию? Нет. Как это имплантианская слизь? Точно из космоса что-то. Ты уже руки? Запустила. Ага, запускай немножечко руки, потому что так легче мешать. О! Ой. Точно из космоса что-то.
Класс. Какие-то звуки делает. Вау, уже отсоединяется. Сейчас драку с этим инопланетянской штуковиной потом. Получается, что у тебя шоколадный получился. Это шоколад у меня. Шоколадный перламутр. Да. Покажи нам шоколадный кулак. Лиза нам потом покажет денежный кулак. Да. Богатого человека. Потом я вот так открою, и там деньги посыпятся. Так, Сань, ты пока замешивай, а мы Лизе пойдем замешивать. Мне нужно больше налить. Ты можешь налить в тарелку все? Стоп. Я буду вот так делать и мешать. Давай. Ну что, давай, Лизочка, заливай потихонечку. Ага, потихоньку надо. Ой, как красиво. Соня, звук. Тихонько, по руке стекает. Противно. Смотрите, как красиво. Давай, Лизочка. Тяжело его уже мешать. Вот тут клей. Ой, что-то я много добавила. О, какие необычные ощущения! Вау, так необычно! Волшебно! Класс! Выглядит волшебно и чувство волшебное. Ага, вот чуть-чуть. Руки. Все-все-все! Смотрите. Вот как выглядят денежные руки. Она богатая. Я тебе богатенька. Ой. Класс. А еще? Да, ну там какие-то это, как будто снег внутри там. Так. Слушайте, такое чувство там внутри, как будто там шарики какие-то шпокают. Так, давай, покажи нам кулак богатого человека. Вот так выглядит кулак богатого человека. Огромный кулак. Так, ну что, кажется, готовы у нас, да, с Лизи? О, Соню видно. Я тоже хочу поменять. Так непонятно пахнет. Да, запах не какой-то специфичный. И меня видно. Класс. Соня на слизь шоколадная. Ой, какая она, ребят, такая она нежная, такая она приятная. Консистенция такая у нее классная. Я не знаю, что ты хочешь сделать, но мне даже интересно, что ты хочешь сделать. Я просто сделаю что-нибудь. Так, на что-то похож, я не скажу на что. Но и тебе это нельзя произносить. Лизин. Ну, цвет, конечно, вот этот фантастический просто. Тоже такой же нежный, как у Сони. Смотрите, класс какой. Ой, такой красивый. Давайте попросим зрителей, чтобы они написали, чей лизун получился лучше, красивее. Мне кажется, они одинаково красивые, по-своему невозможно выбрать. Лиза оба невероятно красивые. Так, Лиза делает денежное... Что? Непонятно что. Ага. Ну что я должен сказать? Кучку. Ну а теперь поиграйтесь. Я вафельку делаю. Блин, это какой-то. Это какой-то. Смотрите, какая красота! Ой, лопнул! Вау! Без лиску. Сейчас лопнет! Лопнет, конечно. Не лопнула, инопланетянин. Не лопнула. С рожками. Лизин. Мой. Сонин. Епа. Епа! Ой! Не лопай, не ай, лезь! Подождите, ко мне прилепился лиски. Червяк. Ты можешь тронуть это? Зачем? Просто. У меня руки уж грязные, боюсь, вдруг испачкают твой. Лизка! Лизка! Посмотрите, я палец внутрь! Лизка, твоя слизь на мою слизь. У меня палец внутри был долго.
Ребята, а теперь послушайте, какой делает звук этот перламутровый слайм, как будто там хрустит металл внутри. Слышите? Угу. Класс. Классно хрустит этот перламутр. Это, наверное, из-за стола. Нет, это там сами вот эти вот металлические штучки так хрустят. Угу. А теперь попробуем еще намажем. Ага. Как красиво! Смотрите, какая красота! Вау! Я что такое первый раз вижу, такую красоту! Ну и скажите, что это некрасиво. Это порошки! Смотри. Смотрите, пузыречки появились сразу какие-то. Какая красота! Листок, мам! В этой стороне листок был. Это перышко какое-то. Точно, это перышко, мам! Птица поймала птицу. Это хвост какого-то животного. Это бобер. Это бобер, мам. Слушайте, вот с этим слаймом круто играть с ножом. Потому что у него металлические вот эти. Это капуста. Конечно. Это на капусту похоже. На мой взгляд, победила дружба. Да. Оба хорошие. Очень красивые. Такие же, только по цвету не такие. Дорогие зрители, если вам понравился наш слайм, то... Поставьте лайки. Вернее, наши слаймы. На этом все. Дорогие зрители, спасибо, что вы все это время были с нами. До свидания!